У семьи Мунджаков в Фельдманека-парк впервые появился малыш. Мунджаки – это маленькие южноазиатские олени. Этому виду уже более 60 миллионов лет. Мунджаки, на самом деле, были открыты только в 19 веке французскими учеными и были завезены, на самом деле, сначала во Францию и в Англию. Называются еще по-другому гавкающие олени. Они пытаются своим гавканьем своеобразно отпугнуть неприятеля. Лают они, призывая самку, либо при стрессе. Так как дама под боком и опасности не видно, этому парню сейчас нет необходимости лаять. Самцы имеют короткие рога и клыки. С их помощью они дерутся и едят. И в отличие от других оленей, этот олень не просто травоядный. Он может питаться мелкими грызунами и яйцами птиц. В Фельдманека-парк мунджаки питаются зерновыми культурами, корнеплодами, яблоками, бананами и виноградом. А длинный язык помогает им в природе срывать листочки с кустов. До года малыш еще находится с родителями. После года малыш, ну так, своеобразно изгоняется из группы и делает свою маленькую семью. Мунджаки очень пугливые животные. В природе они все время находятся на стороже. А в Фельдманека-парк они с интересом смотрят на гостей, лежа в своем убежище. И даже могут подойти к ограждению поближе.